Знаю, что здесь нефтяники не всем довольны, потому что им было в рамках так называемого налогового маневра обещано, что при повышении НДПИ будет сокращена вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, но этого не произошло, хотя НДПИ подняли, да, и на нефть, и на газ. Правительство вложило дополнительную нагрузку. Важно, чтобы это просто не продолжалось вечно. И здесь я с представителями отрасли согласен. Они так по инерции ничего не сокращают, как я уже сказал, не сокращают своих планов развития. И, как я уже сказал, добыча даже увеличилась. Но мы должны внимательно, правительство должно очень внимательно смотреть за тем, что в отрасли происходит, с тем, чтобы не зарезать курицу, которая приносит нам золотые яйца.